подъем на следующий этаж. На первом этаже сувенирный киоск, на первом этаже туалеты, на первом этаже кофейня. Это вход на второй этаж, мы попадаем в экспозицию. Да, на первом этаже самое главное, что я не сказала, это, конечно, вход в Эрмитаж сам, сувенирную лавку. На втором этаже это наша экспозиция. И кирпичные стены — это как раз наш памятник сегодняшний день. Это прекрасный чердак, который сегодня закрыт, всем закрыт для обзора. И это новое музейное пространство города. Туда мы и запустим Эрмитажных кошек. Замечательно. Ну что, аплодисменты выступающим. Спасибо огромное. Сейчас мы готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста.